Молодец, Слав, молодец. Взяли, взяли, синего взяли. When I have a minute, I'll tell you more about it. Thank you.
Hi. How you doing? All right. I saw it. How you doing? You were early. Remember that one from the corner? That's it. About 1 week later. So the one guy was mad at you, obviously. У меня может есть. У Бори пенальти не дал, не давай мы такие деньги. Какие пять же было отсайда факт, блин. Он его там не может. Он сейчас пил там? Да. Он его вынес из штрафной и там вложил. Мы завелись под конец. Пока там, да. Бардон Авеню. Возле бассейна. Остап, мы не могли поверить, что можем забить. И ты забил, мы такие, окей. I think now we can do it. Саша, ты хуя, если он так может, смотри, что я могу сделать. Я думаю, Саша давал пас Боре. Ха-ха-ха! Все сорвалось, блядь. Боря, ну один в один забивать надо, Боря. Пол два. Да, один в один. Когда проигрывали, блядь.
Это что? Она снимала или нет? Твой гол, я надеюсь, что голы забил, снимала. Они на наших воротах, да? Да. Блин, надо теперь на тех воротах. Они, тогда не видно, это, если близко, обрати внимание, когда они идут по атаку, их половина не видно, да. Надо тебе какой-то фиша, этот... White? Нет, это, в принципе, white, это white. Можно, знаешь, что они, наверное, меняются, просто не вынесло, тебе надо стекло такое оптическое, которое тебе будет делать, они... Знаешь, что дают на iPhone даже вот такие фиша, где ты просто лезешь... Да, они намного делают, намного. Почти 180 градусов, да? Оно же тебе просто не зашарает прямой свет. Это широкий, да. Никто даже не понимает. Тебе надо ехать? Им нужно вратарь. Следующий пас. Боря ударил один раз. А вы на одном машине? В смысле, где же? На одном машине? Да. Он мне говорит, дай посмотри. А? Иди, у них есть, я посмотрю. Левый хорошо. 40. А ты где? Ты... В Ирлоне с ним. А, ну я тоже в Ирлоне живу. Где-то замок, конечно, подвезу. Только? Не, они пошли, они в Ирлоне. Это мы просто его известно ради, да? Нет, просто просто. Мы не проводим. Это так, чтобы было на что смотреть. Да, блядь, и без Тараса, и без Тима, так что понял Тарас, блядь. Если у меня была бы возможность пробить поворота, он бы упал перед мячом. Это не знаю. Ну, блядь. Он не понял, что он тут ему упал бы вообще. Пробегал мимо. Слушай, ты, блядь. Не, хороший пах. Этот воротник издатный.